Миллионные хищения из госбюджета в порту Южный. По данным Службы безопасности Украины, чиновники морского порта за год обогатились на 2,5 миллиона гривен. Госслужащие вносили в реестр неправдивые данные по поводу начисления соцвыплат. В СБУ также отметили, что во время обысков по месту работы и проживания фигурантов дела обнаружили документы, которые подтверждают незаконную деятельность чиновников морпорта.